это четвертую гаечку последнюю откручиваю, и виска муфта заходила. Гидромуфта, то есть не виска муфта. Отталкиваю ее. Так, ну что, откручиваю вот этот болт на 17, и спереди вот он, болт на 17. Опускаю машину, цепляю траверсу. Но перед этим сниму привода. Здесь привод у нас на промежуточном валу, есть опорный подшипник. Сейчас его откручу и целиком привод сниму. Также с этой стороны тоже откручиваю шаровую опору. Я ее залил предварительно ВД-шкой. Откручиваю шаровую опору. Снимаю с шаровой, чтобы у меня ступица могла отходить, и выдергиваю привод из ступицы. После этого выдерну его из коробки. Вот теперь откручиваю два болта. Вот они на 14. Так, и третий болт. Его отсюда просто не видно. Тоже откручиваю. Три болта я открутил. Здесь я шаровую снял и привод вытащил. Теперь беру и вывожу привод из коробки. Также монтажкой поддеваю и вывожу левый привод. Все, привод выскочил, также его вывожу из коробки. Сниму вот этот пыльник пластиковый, коробка, чтобы сюда у нас пошла, будет в него упираться.
это нам мешать не будет. Приопустим коробку с двигателем чуть-чуть вниз. И должна сойти. Я на это очень надеюсь. Впереди болт на 17 ослабил. Видно, что вот стала коробка отходить от двигателя. Также сзади хотел показать. Вот этот болт я показывал на 17. Я его открутил. А вот выше, на нем сейчас одета головка. Вон она. Там еще болт на 14. Долезть к нему снизу невозможно. Это надо откручивать кронштейн вот этот. Но его я откручивать не стал от штанов. Отсюда через 125 удлинитель и карданчик я добрался спокойно, его открутил. И перекручу его потом точно так же. Если даже снять кронштейн, там он трубка идет металлическая, она будет мешать все равно открутить. Коробка вот она отходит. Этот болт я пока не снимаю. Я его потом откручу последним. Сейчас опускаю автомобиль и устанавливаю траверсу. Одел вот такую траверсу. Подвесил двигатель. Сейчас откручиваю подушку на коробке. Сниму ее полностью. Две гайки по бокам и гайку центральную откручиваю. Все, коробка у меня отвязана, висит теперь только на траверсе. Беру ее, приопускаю. Ну, я думаю, этого, наверное, достаточно будет. Дальше уже гидролапой подцепляю ее снизу. Вернее, не подцепляю, а ставлю ее на гидролапу. Болт вот этот не выкрутился, он обломился. Шел очень туго. Потихонечку отвожу коробку от двигателя и также потихонечку поддаю гидромуфту. Все, двигатель от коробки отошел, вернее, коробка от двигателя. Можно ее приопускать. Направляющая тоже сошла. Потихонечку опускаю.
Так, ну мне здесь неудобно. Камеру уже убираю и опускаю до конца. Да, сальник коренной бежит. Поэтому снимаю маховик, откручиваю болты и меняю сальник. Сальник заказал, сейчас привезут. Болты на 17. Ух, болты на 19. Открутил болты, снимаю маховик, здесь вот метка есть и здесь осталось, по ней поставлю. Сальник мокрый. Беру сверлышко и просверливаю отверстие. Полтора миллиметра сверло. Закручиваю саморез. Так, не захотел выходить. Возьму побольше саморез. Побольше саморез закрутил. Не, сильно он крепко сидит для самореза. Сидит как крепко. До последнего держался, прикипел. Ну, вот здесь видно, что не эта площадка, не коленвал я не трогал. Это я отверткой уже снизу подбил. А здесь кромка. Вот она, нетронутая. Обычно саморезиком удобно выдергивать. Он нормально выдергивается. Беру новый сальник. По наличию был только такой вот. Что там маркировка? Непонятно его. 405-704. И вот здесь XSN
JF26874. Не знаю, что это за сальник. Размер сальника 83-100 на 9. Сейчас протру посадочное и ставлю. Как бы немножко приподнимаю сальник, чтобы бортик не подломить. И можно вкатать его старым подшипником. Все, сальник сидит на месте. Устанавливаю маховик. Ставлю по старым меткам, как вот он стоял. И затягиваю. Все, сальник поменял, маховик затянул. Теперь вот эта вот шпилька. Ну что, надо высверливать. Камеру уберу, буду сверлить. Высверлил я отверстие здесь. Шпильку выкрутить так и не удалось. 5 сверлами смог выкрутить. А вот остаток резьбы. Видно, он весь забитый алюминием сплавом. Так что поставлю я здесь сквозной болт и закручу гайку с обратной стороны.